Всем привет. Вот у курки сломался замок, молния, так сказать. И собачки вылетели. Надо поменять. Я решил поменять, не снимая этих замков, не распарывая из курки. Сам думаю, поменяю. Я уж так делал на других курках. Нам нужно всего лишь распороть вот эти зубки, чтобы вот этот материал сам остался. И на этот материал потом буду нашивать просто новый замок и все. И в последующих, когда замки нужно будет менять, будет уже легче. Просто старый замок распорол, снять и все, и на этот по новой прошивать. Не надо вот эти все кучу материала расшивать, потом заново зашивать. Так, он вот пришитый к этому материалу, и надо его оттуда потихоньку вырезать. Но весь процесс я не буду снимать, как я его вырезаю. Сейчас сниму, потом сниму. Вот все, снял. Вот что получилось. Сейчас на это место зашью такой вот замок двухсторонний. И покажу, что получилось. Вот прошил пока так, белой ниткой. Выровнял все с другой стороны. Так вот получилось. А еще машинкой пройду и все. И будет на месте. Так, пройдусь машинкой, потом еще сниму. Вот, зашил все. Вот зашил. Ну и все. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.